Сегодня мы познакомим вас с самой мощной моделью перфоратора в линейке перфораторов Denzel. Это модель RHV-1250-30. Перфоратор с системой крепления оснастки SDS+, наиболее распространенный и широко используемый в быту. Мощность данной модели 1250 Вт, при этом сила удара составляет 5 джоулей, а максимальный диаметр, используемый оснасткой при работе по бетону, 30 мм. При использовании доступной оснастки этот инструмент способен выполнять серьезные задачи в качестве дрели, перфоратора, отбойного молотка и даже строительного миксера. Перфоратор поставляется в удобном кейсе со всем необходимым. В комплект поставки входит сам перфоратор с боковой рукояткой, набор оснастки под хвостовик SDS+, ограничитель глубины сверления, пылеуловитель для потолочных работ, емкость со смазкой для оснастки, руководство по эксплуатации и комплект запасных угольных щеток. Длина шнура питания, как и у всех моделей электроинструмента Denzel, 3 метра. Для удобства и безопасности пользователя модель оснащена индикатором подключения к сети. Данная модель трехрежимная, может работать в режимах сверления, бурения и отбойного молотка. В этом режиме есть дополнительная функция установки позиции долота. Отличительной особенностью перфоратора является выбор режимов работы единым переключателем. Также имеется возможность плавного изменения частоты вращения. Осуществляется это путем изменения усилия нажатия на клавишу выключателя. Изменять величину оборотов можно при работающем двигателе, в том числе под нагрузкой. При значительной мощности и силе удара данная модель достаточно компактна. При этом эффективная система гашения вибраций позволит избежать излишней нагрузки при работе. Подготовка к работе невероятно проста и не требует специальных навыков и приспособлений. Достаточно установить оснастку и подключить перфоратор к сети. Важно помнить, что при каждой установке хвостовик оснастки необходимо смазывать, чтобы избежать попадания пыли внутрь патрона и продлить срок службы инструмента. Перед хранением с хвостовика оснастки нужно удалить смазку, а инструмент очистить от внешних загрязнений и по возможности продуть щеточный узел сжатым воздухом. Смазку в редукторе можно заменить через технологическое отверстие в верхней части инструмента, но для проведения этой процедуры мы рекомендуем обратиться в один из наших сервисных центров –